Я первый. Я первый загрузился. Я тут, бля, уже, наверное, секунд 30 стою, жду, блядь. Фу, ну чувствую, завоняло потом. Необоснованная предъява, а я еще не был в доме. Сейчас зайдем нахуй. Рация работает? Вроде работает. Второй этаж, я пошел. Давай. По стандарту. Даю. Кому? Джорджу Робинсону, он меня уже ждет. Джордж Робинсон. Give us a sign. Fuck, man. Не, нам пизда уже, все. Ян, что по активности? Ян, есть на клавишу пробел рация. Рация есть. Активность 1. Еба, ты забыл уже, да, что на пробел одна кнопочка есть? Я рубильник нашел. На втором, не, ну понятно, как бы он пока не нужен. О, я косточку нашел. Хорошо, потом покажешь. У меня фотик. Короче, второй этаж чисто, как принял? Второй этаж чисто. Ты, блядь, что, бухой, что ли, блядь? Я волнуюсь, тут Джордж Робинсон где-то. Кто-кто-кто, Джордж Робинсон? Я нашел место. Эй, я тоже на первом этаже. А, вот и здесь тоже, да? Не, это Ян. Мне на первом этаже сейчас пока... 1-2. 1-2-3. 0-8, 0-5. 1-3, 0-5, 0-4. Джордж Робинсон, минус. Ты вот в этом ведре с водой... О, мину... ведро с водой, минус температура. Так и ты тут. Все, минусовая была. Все, фургон заводим, привет, поехали. Привет, угадали, пожалуйста. Угадали. Это демон. Это демон. Джордж Робинсон уборщиком работал. Димон, Ян у двери стоит, затолкай его вовнутрь. Ян, заталкивайся вовнутрь. Давай. Бля, что взять? Блять, я почему-то... Ян-призрак, я через него прохожу. Я не понимаю, очень как смешно, камерой блядь. Вертеть, я забыл. Куда? На штатив она просто кладется. Левая клавиша мыши. И как ее вертеть теперь на этом штативе? Пол Гарсия! На штативе никак, просто встаешь, смотришь сам своим лицом в направлении, куда бы ты хотел, чтобы смотрела камера, и нажимаешь клавишу G, все. Активность 10, активность! Ты дурак. Сваливаем. Харе угорать, блядь, слышь. Я знал, что наебываешь. Бля, это что, опять целый коридор, блядь, неебический, что ли? Свет мигает в коридоре. Не было. Я пойду косточку гляну. Свет вырубил. Дима, а где свет включается? До свидания. Он включается наверху, направо и налево. Ага, а косточка дай где лежала? Ес, yes, я слышал. Да, слышал. А косточка где была? Активность 4. Опять? Попиздеть с ним решил? Эй, ребята, свет включен, вы что наебываете, блядь? Дай нам знак. Я жду, когда он мне это... Иди нахуй! Дай нам знак. Илюха, перестал. Эй-эй-эй, тут, блядь, радио... Тут радио какое-то. Где тут? Я внизу. Короче, пацаны, тут демон наклёвывается. До свидания, я ухожу. А остается блокнот, правильно я тебя понимаю? Да, если это блокнот, это демон. Да. Подожди, вы мне скажите, пожалуйста, где косточка? Я фото, и мы съебываем. А кто что? Все. Дима, спасибо за подсказку, я нашел косточку. Спасибо большое. Блядь, пока встанешь, блядь. Остается благовоние и распятие. А сюда не залезть? Бля, кто-то на рояле играет, короче, я ебал.
У меня дверь закрылась. Не знаю где. Не знаю какая. Дверь закрыл я. Ничего. Дверь закрыл я на втором этаже, но там просто где-то рояль играл. Пим, пим, пим. Блять, а Мираж? Мираж кто такой? Редко бывал Мираж, по-моему, у нас. Отпечатки нужны это для Миража. Такая, в 90-х была. Да, кстати, помню, помню. Отпечатки нужны для этой великолепной группы. Бля, опять кто-то по нотам играет. Да-да-да, слышал, слышал. Он музыкант, призрак-музыкант, как приняли. Пизди его гитарой. Я ищу отпечатки, как нормальный человек. А, ну давай, ладно. Эй-эй-эй-эй-эй, где? Не знаю. Бля, здесь. Где? Вижу, вижу. Две фотки было. Сваливаю, сваливаю посмотреть за счет. Ян. Ты посмотри, что с дверью. Посмотри туда с дверью, что стало. Ебать, бля. Ян. Ян, смотри, фотку засчитала. Нет, смотри ты. Журнал. Дверь в турникет превратилась. Ян, позвони, нужен плотник, починить дверь. Фотка засчиталась, косточка засчиталась. Еба, красава. В смысле, фотка призрак засчиталась? А, кстати, надо дверь проверить. Еба, я могу. Все, Дима, дверь починил. Плотника не надо больше. Блядь, где? Где? Вот он, блядь! Видел, блядь? Я его сфотал, блядь! Я его сфотал! Бля, какая-то хуйня на мече. Пизда, Дима, нам пизда. Пизда. Не меня, пожалуйста! Не меня! Где? Не меня! Я думал, он уже вот-вот здесь. А он где? У меня фото. Тихо. Да нам пизда. ЕМП включена. Хорошо. Погнали отсюда, бля, погнали, блядь. Илюха живой? Да, блядь, мы оба живые. Да фотик кончился, пизда. Я что-то фоткал, нам, блядь. Нам, кажется, повезло. А как, блядь, как нам? Слышь, я прям... Я думал, он все, мне сейчас башку свернет. Вот именно, я тоже слышу, это очень близкие шаги, прям вот-вот. Я думаю, да. я живой, значит, он, блядь, к тебе подошел. Я тебя и сфоткал поэтому. И он... Ты опять заебал, я тебе что, блядь, приманка там, блядь, для призрака. Ну, блядь, раз меня не пиздит, значит, ну, пиздит тебя. Вон, ты на фотке есть. Такой, испугался, пиздец. Фонариком куда-то светит, блядь. Вон, мне нравится четвертая фотка, где он на коробке стоит вообще. С топором или что у него там в руке. Нихуя такой сфоткал. У меня тут какие-то, блядь, пейзажи, небо на фотографии. Где Кость-то, блядь? Кость на первой фотке? Не, тебе серьезно, я даже я сфоткать это могу, как у меня тут Кость показана. Подожди, стой, я новый фотик не взял. У меня ноль фоток. Ты чё? Ебать! Вот ты, ля крыса, пипец! Ну я тебе... Там чуть... Ай, пизду! Я тебе предупредил! Сейчас, подожди! Я успел выйти! Активность 7! В смысле? Там, блядь, ничего не мигало. Чё ты... От чего ты успел выйти-то? Дайте пизду, блядь! Иди, посмотри! Да, блядь, дверь не открывается. Её кто-то держит. Так никого нет. Hello. What is your name? Ага. Ты, блядь, я отсюда можешь открыть дверь. Активность. Ты смотри, я тоже в комнате, у меня тоже гул идет. Благовоние сработало. А распятие? Распятие понял, да? Нет? Распятие нет. Ну, блядь, оно никогда не сработает. Изи катка, все. Он смотрел, он опять дверь закрыл. Это я. А чё мне надо?
Я уже все сфоткал. Ну, в принципе, я тогда пойду, Димон. Да иди в попу, блядь! Иди! Вот ты гад, блядь. Да я здесь, ты чё? Я блокнот смотрел. Я очкую, реально. Пол Гарсия. Почему-то не знаю, блядь. А, до этого не очковал, тут вдруг начал, блядь. Ну, конечно. Пол Гарсия. Ой, бля. Он моргал светом, сейчас будет моргать фонарик. Я тебе отвечаю. Я за холодильник, нахуй. Я почти все этим фонариком уже проскреб, блядь, здесь. Он без отпечатков работает. Дима, блядь! Я крест кинул. Тихо. Перед нами крест лежит, если тихо, что. Тихо, он рядом проходит. Я крест кинул. Да он тебе сейчас шею оторвет, нахуй. Слышишь справа? Почему сразу мне-то, блядь? Он потому что я белый. Он по главному коридору ходит. Да нам пизда сейчас, блядь, ну нахуй ты пиздел. Все. Пусть он тебя убьет. Нам пизда. Здесь крест. Иди нух! Да! Мы тебя не боимся. Ну я боюсь. Сука, почему так страшно? Нахуй я вернулся в этот дом, блядь. Он, блядь, дальше знал ушел. Знал же, что тут делать. Так он дальше ушел. Он где-то дальше топает. О, блядь. Опа. О. Ебать. Опа, крест спас, да? Ебать. Сейчас крест сработал. Да, блядь. Что за, блядь, кресты делают, блядь? Там свет моргнул. Пол Гарсия. Да, вот туда, прямо на коридор клади. Во, да, да, да. Ян, проверяй, быстро. Блядь, Ян, ё, тут ё, нахуй. Да. Когда он нужен в фургоне, он, блядь, Ян, здесь, Ян, ты блядь. В дом, да? Ну, давай. Да, мы тебя тут подождем, Ян. Ян, не, Ян, занеси. У меня руки заняты. Такая же ситуация. Вот, сука, съебался, смотри, блядь. Джордж Робинсон. Нарисуй в блокноте, как... О, я вижу, ты светом там моргаешь. Привет. Джордж Робинсон. Братан, надо в блокноте нарисовать, мы поедем, больше тебя не трогаем. Давай, братан. Ну, черкани хоть что-нибудь. Тихо, тихо. Ты уже здесь, что ли, братан? Так подойди к блокноту тогда, хуль ты на кухне-то жрёшь. Да, вот тут вот прям блокнот лежит, братан, рисуй. Джордж Робинсон. Нарисуй в блокнотике. Пожалуйста. Give me a я sign. Тебя прошу. Он звонит. Будь это, человеком. Дима, возьми трубку. Ну, он задаст вопрос тебе. Слышу, я взлетаю как ракета. Для меня и вся планета. Это ты включил? Это ты включил? Да, конечно, блядь. У меня ж такие длинные руки. Бля, он светом балуется. Да, пиздец просто, блядь. А, сука, блядь, да. Черкануть в блокнотик, нахуй, умри, блядь. Вот, сука, ой, блядь. Тихо, он все выключил, он да, готовится. Да, видимо. Джордж Робинсон. Уинстон Черчилль. Пиздец. Джордж Робинсон, Майк Тайсон. Рой Джонс Марси. Хуй сюда заиграл, отвечаю. Кто-нибудь, блядь, Голливуд, блядь. Должен быть. Ян, пошли с нами, умрешь или нормально. Хоть Дима, не обидно будет. Дима, все, помогай, я сейчас в конец коридора ебану. Что? Дима, рассудок у тебя 10. Будь аккуратен. Блять! Я помогал! Видит Бог, я не хотел этого! Илюха! Илья, где ты? Я ждал, походу. Помог, блядь. Илюха, где ты, братан? Дай, блядь, мне...
мне моего друга, блядь. О. Илюха, ты живой? Да, 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 блядь, да. Еба, нахуй я сюда заходил вообще. Ян, есть огонек, блядь, найди, пожалуйста, огонек. Огонька нету, как бы я не хотел. Нету, 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 нету. Я штатив рассудок не могу взять. Рассудок 4, у тебя 8 рассудок. Ян, переставляю камеру. Ты видишь его? Дима, я его сфоткал даже, охуеть. Короче, это вообще какой-то... Это демон, все в пизду. Я и моя версия демон. Только демон себя так ведет. И не рисует нихуя в блокноте, блядь. Смотрел как раз. Окей, окей, все нормально, все нормально. Рисуй в блокноте, мы подождем, давай. Лошара, хоть топором руби его, блядь. Лошара, лошара. А мы не зашли. Не, пусть... Подожди, он рядом, по-моему. Отойди немножечко, он сейчас тебя ебанет. Давай, ебашь, я не боюсь. Давай дверь щелкать, я дверь через... щелкаю. Давай, я тоже щелкаю. Робинсон, пусти нас быстро. Лошара, лошара. Бля, мы как два пиздюка. Спрятался от нас. Ага, блядь. Давай, открывай дверь, что там, спрятался от нас. Закрылся, блядь. Лошара. Поймать хотел, блядь. А, сука, старый пень, блядь, а? Бля, я не знаю, трата времени, блядь, я ебал нахуй. Ну да, я вздыхать не хочу, как бы, погнали отсюда. Кстати, раз, пять, я сработал. Да ладно! А как так? В какой момент? Ты смотрел, Ян? Момент перед последней охотой, когда ты бегал по хате. Ебануться. Я ставлю демона. Я поставил. Все выставили. Ну и че, кто в итоге? Ха! Какого, блядь? Что? Пиздец, блядь. Мираж.